Комсомольское ТВ информационный день в прямом эфире начинает свою работу, как всегда, с понедельника по пятницу с 15 до 21.00. Мы работаем для вас и обсуждаем все самое важное. Итак, сегодня поговорим буквально через 2 минуты о культурных событиях, о том, куда можно пойти в грядущие выходные. Также обсудим ситуацию, которая сложилась вокруг Одесской мэрии. Там продолжает быть неспокойно. Будем держать вас в курсе. И также обсудим вопросы скандального зонинга. Одесские активисты поехали в столицу и пытались добиться справедливости у народных депутатов. Что из этого получилось, также обсуждаем сегодня. Ну что ж, друзья, у нас постоянная рубрика. В пятницу мы обсуждаем грядущие культурные события, которые появятся в театрах, на открытых площадках, еще если это возможно, в кинотеатрах. И все, что каким-то образом связано с культурой, все поднимается в нашей постоянной рубрике нашим постоянным гостем ведущей этой рубрики. И как любит представлять его Лена, я зацитирую твою заметочку, где будет бал, где будет бокс. О всем расскажет Игорь Окс. Так и есть, любимая моя. Игорь я Окс, совершенно бывает, да. Как принято уже по пятницам представлять этого гостя, культурный эксперт бабочки. Ну вот, Игорь, добрый день. Пятница, рады видеть и рады послушать, что же все-таки там ожидает наш город. В культурной среде нашего города все более не менее спокойно. Нет никаких колебаний, нет никаких всплесков, которые могли бы испугать, например, жителей нашего города отсутствием чего-то интересного. Интересное есть в достаточном количестве, и я сегодня с удовольствием с вами, с нашими зрителями поделюсь своей культурной программой, которую я набросал, и, в общем-то, ознакомившись с ней, вы можете себе составить планы на выходные ближайшие или несколько дней, даже есть будни, когда можно приятно провести и полезный вечер. Начну по традиции с концертной деятельности. Концертная деятельность в любое время года в нашем городе не утихает. Вот и сегодня я представлю вашему вниманию 3 концерта. Начать мне хочется с мозгов. Всегда для меня мозги первичны. Не всегда это имеет отношение к той группе, которая сегодня выступает в клубе «Палладиум». В 23.00 должен начаться их концерт. Думаю, что коллектив за 2 года существования уже о себе заявил, и фактор наличия Потапа в нем в том числе делает этот проект успешным. Музыка проекта «Мозги» имеет насыщенную фольклорную окраску, ярко выраженную дэнс-доминацию, то есть доминирует дэнсинг в их музыке. Участники используют новый подход к звуку и сами даже называют вот то, что они играют, в полушутку, в полусерьез, называют этот стиль электрошаурма. Да, у них даже, по-моему, есть то ли песня, то ли даже целый альбом так называется. Я не глубоко изучал творчество этого коллектива. Да, особенно, скажем так, ты ничего не потерял, но тем не менее. Ребята сосредоточены на определенную аудиторию, которая их любит, и очень тебя поддерживаю в этом факте, что появление здесь Потапа действительно украшает этот проект. А вот тебе, кстати, как кажется, это лучший его проект, удачный, один из, или он же вот любит разных начинаний? Да, да, он в первую очередь заслуживает уважения именно этим, что он не чурается ничего, и берется за разные проекты, и пускай за этом в том числе стоит и коммерческая составляющая, ну а смысл заниматься в его случае в том числе, смысл этим заниматься бесплатно. Мне не очень близок вот именно формат музыкальный. Вот как-то электрошаурма мне не заходит. Ну, да. Вообще, не очень они стесняются в названиях. Я из темных коридоров слышал, Потап готовит новые группы, которые будут называться «Спиной мозг», «Сухожилия» и, возможно, «Поджелудочные». Но пока не станет на ноги мозги, пока останется. Да, пускай это будет сегодня нашим эпилогом. Пока не станет на ноги мозги. Подождем. Да, подождем как минимум до сегодня, до 23.00. Вход на концерт 200 гривен, так что можете позволить. Это, возможно, будет самая дорогая шаурма в вашей жизни за 200 гривен, но тем не менее. Далее, друзья. Концерты, кстати, сегодня на абсолютно все вкусы, и несмотря на то, что их всего 3, вы почувствуете, насколько диаметрально противоположный 3 стороны выбрал я сегодня. Второй концерт, о котором мне хочется рассказать, это концерт Виталия Козловского. Он тоже проходит сегодня в Театре Мускомедии. Он начинается в 19.00, поэтому спокойно можно сначала посетить Козловского, потом все это дело закусить электрошаурмой. Билеты
от 120 до 600 гривен. Я когда... До 600 гривен? Да, до 600 гривен. Это, возможно, за 650 Козловский держит тебя на руках. То есть такой VIP может быть предусмотрен. Ну, наконец-то, приехал. Да, Любчик у нас в городе. Мне стало любопытно, я еще со времен тех самых, когда услышал песню «Шекспир напишет не про нас», понял, что дальше нет смысла мне слушать творчество этого исполнителя. Ну, раз Шекспир не напишет, то в чем, собственно говоря, цель тогда? Да. Я решил в Википедии ознакомиться, что же Википедия пишет о нем. Первая строчка уже приятно удивляет. Виталий Козловский-певец. Да. На этом... Окей, Google, движемся дальше. А дальше, оказывается, ребята, и вот тут я приятно удивился, оказывается, Козловский является заслуженным артистом Украины с 2009 года. Возможно, не заслужил. Мимо нас как-то прошла эта сначала сенсация. Он стал заслуженным артистом Украины, а потом певцом. Это тот самый случай, когда все было наоборот. Это его высшая награда. Вообще он имеет более 50 наград и премий, включая песню года, золотая шарманка, шлягер года. Получил несколько наград как секс-символ и человек года. Я бы в его случае это объединил бы и вручил бы ему премию секс-года или человек-символ. Тут на выбор уже. Но, извини, Игорь, эти конкурсы все приводит его отец, поэтому ты не имеешь права придумывать конкурсы. Да. Везде, где он выигрывает. Не буду вмешиваться. Согласен. Это их семейное дело. Женская аудитория от него в восторге. Ну, вот такая усредненная школьная. Абсолютно. Это какой-то, вот на мой вкус, Стас Михайлов Лайт. Да, и какой-то вот действительно часть. Для школьниц, для студентов. Прекрасная вещь. Да. Лучший певец, между прочим, по версии Ukrainian Music Awards, ну, не за все время существования Украины, а вот в какой-то год. Ну и, наконец, совершенно противоположное концертное событие, которое состоится в Национальном театре оперы и балета. Там пройдет гала-концерт «Оперные двойники». Это случится в воскресенье. Начало 18.30, билеты от 20 до 200 гривен, гораздо дешевле Козловского. Примерно вот у нас опера по цене электрошаурмы сейчас в городе, если так говорить о расценках в том числе. Значит, в чем идея этого галоконцерта? В том, что будут взяты фрагменты из самых известных мировых опер: «Мефистофель», «Троянцы», «Русалка», «Виндзорские проказницы», «Пиковая дама» и так далее, и так далее, и так далее. И вот ряд солистов также оперных известных будут исполнять вот эти знаменитые фрагменты. Дирижер-постановщик, народный артист Республики Молдова Александр Самуилы, ведущий концерта Людмила Сергейчук и Эдуард Погосов. Вот такое событие в воскресенье в оперном театре. Можем плавно переезжать на выставки. Да, давай. Да. Точнее, я бы сказал, на одну выставку сегодня. Выставки не так часто обновляются. Есть ряд выставок, о которых мы уже говорили в предыдущих программах, которые продолжают идти. А вот новая выставка появляется буквально сегодня, ее открытие. Выставка проходит в Литературном музее. Называется она «Выставка акварели и книжной графики Натальи Рябовой и Алены Оттофрадиной. Ты, я, цветы, коты». Вот такое интригующее название. Я точно. Авторы этой выставки – две подруги, к тому же две художницы в первую очередь, две подруги и даже две дальние родственницы. Ну, об этом говорят их фамилии. Рябова и Оттофрадина точно не близкие родственницы. Интересный факт, что у каждой из них – они закончили одесситки, они закончили обе грековское училище одесское, и у каждой есть своя главная тема. У Алены это книжная графика, а у Натальи это театр, и при этом обеим близка акварель. И одна, и другая работают с акварелью. Алена, например, сотрудничала с дортмундским журналом «Остров там и тут», с московским журналом «Веселые картинки», иллюстрировала детские книги. А Наталья успешно работала в театре поэзии и драмы и принимала участие также в международных фестивалях. Вот они переплели два своих стиля и на суд зрителей представили котов, мышей, ирисы, акварельные письма в Амстердам и опять грустные коты. Вот такое, мне кажется, очень подходящее для осени, да, очаровательное настроение можно подчеркнуть. Если не хватает своего грустного кота на диване, видимо, уже на выходных, пойди посмотри на чужого кота грустного. Вот, ну, такая легкая призвание.
призывать так людей, да, девушек, которые хотели бы посетить. Продолжим. Продолжим мы театральными подмостками, плавно переберемся. На них театральный сезон набирает свои обороты, и сегодня серьезнейшая конкуренция и битва за зрителей происходит между всеми ключевыми театрами нашего города, включая в том числе и малые театры, например, такие как Тут де Форс, Театр на Чайной. Есть у нас вот такие островки творчества в городе, но сегодня я буду говорить о монстрах, потому что очень серьезные спектакли, и действительно людям, которые предпочитают выходные дни, в том числе проводить вот вечера, как минимум, посещая театр, есть над чем задуматься. Начну, конечно же, с нашего главного достояния, с оперного театра. Завтра сразу два представления в оперном, причем два совершенно разных представления. В 12:00 будут давать «Турандот». Это очень такое знаковое событие, причем не только для Одесской оперы, но и вообще в национальном масштабе можно рассматривать степень знаковости и знаменательности, потому что впервые за последнее десятилетие на отечественной академической, я подчеркиваю, оперной сцене будет осуществлена постановка оперы в современной театральной эстетике и при этом силами европейских постановщиков самого высшего уровня. На сегодняшний день Алексей Ботвинов, который занимает должность исполняющего обязанности художественного руководителя оперного театра, пригласил одного из самых востребованных режиссеров Европы из Германии, Кристиан фон Гетц. Вместе с ним приехал художник-постановщик Лена Брексендорф и хореограф Верена Херхольцер. Вот такое немецкое трио. По ценам сориентируй нас. По ценам с удовольствием сориентирую. Цены бросовые, я бы сказал, от 10 до 100 гривен. Самый дорогой билет 100 гривен, в воскресенье 12:00. Ну, совсем. Пойти, совсем. Да. Символически. Дешевле, чем да. Кинотеатр. Во-первых, «Турандот», во-вторых, вот немецкая группа, которая работает с постановкой, украинская группа отвечает за мультимедийные инсталляции, которые вот тоже в опере этой присутствуют, и это тоже не новички, они уже с Алексеем Ботвиновым работали, у него был фортепианный сольный проект, который назывался «Визуальная реальность музыки», и вот эта группа делала там всю визуальную часть, обеспечивала. А за дирижерским пультом главный дирижер театр Александр Самуилы. Ну, а уже вечером субботы, простите, я говорил воскресенье, это в субботу. Да, происходит. Нет, завтра. Субботу, я говорил в субботу. В субботу, да. В субботу, я мог разное говорить. Но путать следы. Да, но все-таки речь идет о субботе, «Турандот» 12:00, а вот 18:30 «Лебединое озеро» в рамках фестиваля «Бархатный сезон» в Одесской опере. Билеты немножечко дороже, от 170 до 250 гривен. Режиссер Наталья Григор предупреждает сразу, что с учетом антракта вся постановка длится 2,5 часа, так, чтобы люди себе полноценно планировали вечер. Примечательно, что в этой постановке примет участие прима национального балета Канады Светлана Лункина, а дирижировать будет заслуженный артист Украины Игорь Шаврук. Вот такие события в оперном. В Русском академическом театре также проходит любопытный спектакль. Он тоже состоится завтра в 19:00. Здесь придется выбирать либо старое любимое «Лебединое озеро», либо «Метель». Русский театр предлагает «Метель». Причем вот какую «Метель» – это спектакль, в основу которого были положены два самых романтичных творения гениальной Марины Цветаевой. «Метель» и «Казанова». Причем вот они неожиданно переплетутся. Постановкой занимался режиссер Ришат Гали. Он нестандартную трактовку придумал для того, как эти два произведения объединить. Ну вот очень интригующий синопсис, который можно будет прочитать в программке, в том числе, я предполагаю. У природы нет плохой погоды и у судьбы. Ведь даже такое неприятное природное явление, как суровая зимняя метель, может стать причиной неожиданной встречи, интригующего знакомства и внезапно вспыхнувшей страсти. Тем более, если ночная заснеженная дорога привела в эти края великого соблазнителя Джакомо Казанову. Вот такой синопсис. Это что-то новое, да, в русском театре? Это для любителей театра будет очень интересно. Надо бы прислушаться.
Продолжим. Театр еще украинский. Еще скажу вам о том, что 25 сентября в воскресенье в 19:00 в Русском театре будет «Ви». Это, насколько я понимаю, старая постановка русского театра. Да, но еще... она одна такая. Одна из самых успешных, одна из самых коммерческих в этом смысле. Но действительно хорошая. Так что продолжают давать билеты от 80 до 180 гривен. В Украинском драматическом театре проходит тоже небезынтересный спектакль. Спектакль, который называется «Женитьба». В главных ролях Владимир Горянский и Руслана Писенко. Уже не первый раз «Женитьбу» привозят в Одессу, но, видимо, тоже она с успехом проходит, да, поскольку продолжают привозить. Это сегодня в 19:00 билеты от 180 до 680 гривен. Переберемся в театр мускомедии. Там есть приятное сообщение для тех людей, у кого есть дети, можно пойти в мускомедию с детьми, именно на «Хроники Нарнии». Завтра, в субботу, два представления в 16:00 и в 18:30. Непродолжительный спектакль, длится всего лишь он 1 час 15 минут, а играет его харьковская труппа, харьковский театр «Тимур», он называется образцовый детский театр «Тимур», который приехал из Харькова. Он, оказывается, существует, этот театр, порядка 40 лет. За это время создал множество прекрасных спектаклей, и на тему «Хроники Нарнии» это не первая постановка, но при этом вот заключительную как раз-таки часть, которую в Одессе будут показывать, которая называется «Последняя битва», сами актеры и создатели считают наиболее удачной и наиболее сильной, обещают огромные настоящие театральные декорации, сменяющие картины, экраны, костюмы, и интересно, что в этом спектакле задействована практически вся труппа театра, которая насчитывает порядка 65 человек. Вот солидно. Такая команда Тимура. Тимур, да, и его команда 60 человек. И 64 человека. Билет стоит от 50 до 250 гривен. Ну и последний спектакль, о котором я хочу рассказать. Наш любимый «Дом клоунов» на этих выходных радует зрителей спектаклем «Ромео и Джульетта». И здесь достаточно серьезное расхождение с классикой, потому что произведение, по которому поставлен этот спектакль, написано Борисом Барским. Спектакль состоится также завтра, в субботу, в 19:00. Вот накладка уже такая. Третье событие получается в одно и то же время. Постановка, естественно, Георгия Делиева. Как описывают этот спектакль сами создатели, это феерическая комедия со счастливым концом. В исполнении, естественно, комик-труппы «Маски». Билеты от 110 до 250 гривен. Так, вот, все, вот. По спектаклям, концертам у нас все. Ну, видите, кино, да, какая насыщенная программа. Очень насыщенная программа. И правда, возникает вопрос, и куда пойти? Классический... Потому что многие планировали на осень в баню. Честно говоря, нет. Я на самом деле раздумываю, потому что выбор очень серьезный, и надо посоветоваться с шефом. Тут такая ситуация. Ну и, наконец, кино. Кино сегодня будет, наверное, максимально лаконично представлено, если брать в сравнение все предыдущие мои представления этого направления. На самом деле, пример не так много, а тех, о которых хотелось бы рассказать, еще меньше. Обратила на себя мое внимание появление в прокате фильма «Великолепная семерка». Это, по сути, своей ремейк знаменитой картины 60-х годов, после которой в том числе мир узнал такие имена, как Юл Бринер, Стив Маккуин, Чарльз Бронсон в том числе. Ну, не первые это были их работы в кино, но вот, да, статус мегазвезд в том числе. Этот фильм, ну вот нынешний ремейк, его режиссером выступил Антуан Фукуа, не супер известный и не мега прославленный режиссер. Но, тем не менее, вот два наиболее известных фильма его. Это «Тренировочный день» с Дензелом Вашингтоном и Итаном Хоуком. И, кстати, оба играют в этой картине в том числе. И был у него еще фильм «Стрелок», в котором играл Марк Уолберг. Вот, ну, доверяют ему артисты, скажем так. В общем, я не знаю, я всегда достаточно настороженно отношусь к ремейкам. Мне кажется, что когда, особенно когда первая экранизация была, успешной, мягко говоря, да, гениальной, или просто успешной, то очень тяжело, ну, как минимум, эту же планку выдержать. Ну, если интересно, можно сходить посмотреть. Я пока еще вот думаю. Идти, не идти. Времени свободного мало, и хочется вот его потратить точно с толком.
Ну и, наконец, последнее, о чем мне хочется рассказать в разделе кино, это событие, которое происходит сегодня. Сегодня в 19.05 в Киностаре. Это такое разовое, получается, кинособытие. И параллельно с этим в кинотеатре «Родина» в 23.55. Можно или туда, или туда успеть. Очень недорогие билеты, по 60 гривен. А показывать будут участников Манхэттенского фестиваля короткометражных фильмов. Это крупнейший в мире интерактивный фестиваль. Его интерактивность заключается в том, что победителя определяют зрители, причем зрители по всему миру. Я не вдавался в детали и не скажу вам точно, как механика проходит голосование, но факт в том, что и те зрители, которые будут в Одессе в том числе смотреть, тоже станут участниками этого голосования. Уже в 10-й раз в Одессе проходит и демонстрируется этот фестиваль, а представляет его по традиции кинокомпания «Артхаус Трафик». Вот на мой личный вкус, все, что связано с кинокомпанией «Артхаус Трафик», это всегда кино высшей категории. Это всего один день, то есть, вернее, всего вечер. Всего один показ. Сегодня. Да. Там собирают со всего мира заявки от режиссеров, выбирают, делают подборку из 10 финалистов, и вот эти 10 короткометражек показывают. Ну, в принципе, это займет примерно как один полноценный полнометражный фильм. Да. Думаю, да, потому что обычно короткометражки, они где-то варьируются, скажем, там от 6-7 до 20 минут. Вот где-то в этом диапазоне. Ну и, наконец, последнее событие, о котором я сегодня хочу вам поведать. Не рассказать о нем не могу, потому что мы с вами все свидетели того, что в последние годы в нашем городе появилось несколько новых трендов и несколько знаковых событий. И вот такое мероприятие, как «Гешефт Гараж Сейл», на мой взгляд, заслуживает факта, чтобы вот, быть отмеченным в нашей программе в том числе, тем более, что фестивалю исполняется 5 лет, проходить он будет в субботу и воскресенье в Зеленом театре, вот как раз, Никита, к тому, о чем ты говорил в самом начале, что, возможно, даже какие-то события на свежем воздухе, вот это то самое событие, официальное закрытие теплого сезона, как его анонсируют организаторы, на протяжении целого дня с 10 утра до 21.00 будет проходить большой осенний дизайн-маркет. Будут представлены новые коллекции от более чем 200 дизайнеров. В рамках двух дней будут разнообразные концерты, детский маркет, площадка, творческие мастерские, активные игры, как всегда, уличная еда в том числе. Стоимость входа просто смешная. 40 гривен, если вы покупаете билет на один день, и 50 гривен, если покупаете на оба. Но тоже одесситы любят. Вот прижилась как-то. Да, прижилась. Я считаю, что вот нужно потихонечку вместе с такими мероприятиями закрывать летний сезон. Они уже не будут так часто появляться. Пойти развлечься, посмотреть для себя что-то, что предлагают. С друзьями пройтись по потоптанной травке. Зарядиться эмоциями хорошими. Да, и уже готовиться к холодам. Травки скоро тоже не будет. Игорь, спасибо вам большое. Игорь Окс, культурный эксперт в «Бабочке». Ждем вас в следующую пятницу. Говорили о том, куда можно сходить уже на эти выходные, в субботу, в воскресенье и даже сегодня вечером. Поэтому примите во внимание. Ну а сейчас прерываемся на небольшую рекламную паузу. Вернемся в студию. Будем говорить о более серьезном, не развлекательных вещах. Возможно, для кого-то это развлечение. Ну, блокирование мэрии. Это будет тема нашего следующего обсуждения. Дождитесь.